Всем привет, дорогие друзья! Сегодня приготовим с вами очень вкусные ленивые вареники. А пока мы их готовим, я расскажу вам кое-что очень интересное. Для наших ленивых вареников нам понадобится 0,5 кг 9% творога, желательно сухого, 3 столовые ложки сахара, 1 яйцо, 2 столовые ложки манки и 2 столовые ложки муки. Корни этого блюда тянутся с Ближнего Востока. Заимствовали мы этот рецепт у турков, слегка его переделав. В основе всем известного сегодня вареника лежит маленький турецкий вареный пирожок из пресного теста с начинкой. Называется он дюшвара. Ну а сегодня мы будем делать не просто вареники, а ленивые вареники. Для нынешнего ритма жизни самый подходящий вариант. Мы берем творог, смешиваем его с сахаром, яйцом, манкой и мукой и оставляем на полчаса. Затем делаем из всего этого получившегося колбаску на доске, предварительно посыпав ее мукой, и нарезаем на кусочки. Затем кладем в кипящую подсоленную воду и варим примерно 5 минут, пока они не всплывут. Затем достаем их, добавляем к ним сливочное масло и можно посыпать сахарной пудрой.